Дарить радость легко. Например, производители этой упаковки на славу постарались, чтобы поднять настроение своим покупателям. Руки сами тянутся к ней. Когда любишь то, что делаешь, получается замечательно. А теперь еще пара десятков интереснейших упаковок от Tellblock.net. Упаковка булочек. Охотник за медом. Лапша. Креативные спички. Веревка Ивбакс. Упаковка для детского молока. Наушники Sony. Шоколад для мужчин. Специи передайте, пожалуйста. Рис Широкума. Мини-принтер. Медовые подушечки улей. Стаканчик для кофе. Леденцы для горла Рикола. Молоко Лилейт. Японская булочка. Молоко Милкос. Жевательная резинка Трайдент. Хлебный гном. Кетчуп, на дне которого женские попы. Тряпка для пыли My Crazy Aunt.